Кладете буковку И. Вдох. И. Все, все, отлично. Друзья, я вообще весьма внимателен к кажущейся потребности каждого человека, кто находится в сфере, певческой сфере, именно в том, что он может возгордиться, имея какой-то дар, но я вам по правде скажу, все приходящее и уходящее. Есть такая прекрасная певица, как Алла Пугачева, женщина, которая поет, и поет она долго. И все приходящее и уходящее, я подразумевал то, что голос в любой момент может сесть, и все вот это прекрасное в нашей жизни может исчезнуть. И в этом мне всегда помогает этот замечательный, необыкновенно талантливый, а главное образованный врач Амирака Бакаев. Что скажете про мои связочки? Все отлично, Мартака, все нормально, даже лучше, чем вы приходили в тот раз на осмотр. Сразу видно, что вы заботитесь о своем голосе, соблюдаете наши рекомендации. И самое главное, вы очень пунктуальный человек, который выполняет все рекомендации. Спасибо. Друзья, приходите к этому замечательному человеку и знайте, что голос – это самая неотъемлемая часть творческого человека. Всем здоровья крепкого и пойте, звучите на здоровье. Друзья, не болейте, если что, вы знаете, к кому обращаться. Всем, всех благ.